Приветствую вас, дорогие друзья! У нас сегодня завершилась очередная благотворительная лотерея, где приз вот такая замечательная икона. Икона Казанской Божьей Матери, вышита чешским бисером, мастерица Наталья Волкова. Наталочка, спасибо тебе за такой чудесный предоставленный приз. Условия участия лотереи я оставляла в своих группах, в Одноклассниках и Фейсбуке. Ссылочки я оставлю на них, так что можете переходить, вступать в группу и быть в курсе всех событий, а также принимать участие в лотереях и выигрывать ценные призы. Призы очень разные, кто уже состоит в группе, об этом знает. Также хочу сказать, что Наталья Волкова, она не только замечательная мастерица, которая очень красиво вышивает. Ссылочку на ее аккаунт я также оставлю, чтобы вы могли перейти и посмотреть, какие у нее есть работы и даже что-то приобрести себе. Также у Наталочки есть страница на Фейсбуке, называется «Вкусняшка. Продукты из Европы». Мы у Наташечки уже заказывали продукты. Вот я нахожусь на ее страничке, альбомы, где вы можете перейти в нужный раздел, бытовая химия, продукты из Европы, там дезодоранты, шампуни, гели. Мы заказывали продукты. Так как у меня организм очень прихотливый, и я много чего не могу есть из наших магазинов продукции, так как много химии, и мой организм неадекватно на это реагирует. Вот. И так как я не путешествую нигде, не могу себе позволить за границей ездить, но у меня вот появилась чудесная возможность попробовать продукты вкусняшки из Европы. Вот. Благодаря Наталочке. Цены очень низкие, очень низкие. И это очень радует. Вы можете перейти, посмотреть, что есть в разделе. Посылка Наташа формирует очень быстро и отправляет очень быстро, что тоже большой, просто огромнейший плюс. Вот. Что могу сказать по этой продукции? Мне понравилось все из того, что мы заказывали. Даже сняла отдельное видео об этом, об этой посылке с продуктами из Европы. Организм мой отреагировал на эти продукты даже очень-таки неплохо. А это означает, что, видать, за границей в Европе не столько химии добавляют, как у нас, или вообще не добавляют. Так что, Наталочка, тебе процветания и в твоем творчестве, в твоем вышивании, и с раскруткой твоей странички, чтобы было больше покупателей у тебя. Ты молодец и... Ну, это здорово, что ты предоставляешь такую возможность попробовать продукты. Я вот говорю за себя, я очень довольна, что у меня такая возможность появилась. Хорошо, теперь давайте непосредственно перейдем к нашей лотерее. Билетиков в этой лотерее всего было 60. Приняло участие 4 человека, 4 девушки. Ольга, Алла, Лидия и Кристина. И теперь мы будем разыгрывать этот приз между ними. Тиражная комиссия у нас будет генератор случайных чисел. Я перехожу на эту страницу. И так как у нас 60 билетиков, то диапазон случайных чисел я выбираю от 1 до 60 включительно. Так, и нажимаю «Сгенерировать числа». 20. Выпало 20, переходим и смотрим. Алла Бурлака. Вот, она купила билетики 11-20 и стала победителем. Стала владельцем победного билетика под номером 20. Аллочка, спасибо тебе огромное. Ты участвуешь у меня вообще во всех лотереях. Ты стала победителем такого замечательного приза иконы Казанской Божьей Матери. О ней можно прочитать подробно, что она означает. Это хранительница дома и всех домочадцев. Аллочка, пусть станет эта победа твоей такой маленькой победой среди множества еще великих побед впереди.
Желаю всем счастья, благополучия, крепкого вам здоровья и семейного, и финансового благополучия. Спасибо, что вы участвовали в лотерее. И спасибо Наталочке еще раз за такой замечательный предоставленный приз. И вам всем, мои дорогие друзья, хочу пожелать вам только всего наилучшего. На улице весна, уже апрель месяц. И пусть радость всегда у вас будет на душе и в сердце. Каждый день приносит вам какие-то приятные сюрпризы. Чтоб чаще было волшебства в вашей жизни. Естественно, крепкого здоровья, финансового вам благополучия, любви большой взаимной. И спасибо вам всем за поддержку, за то, что остаетесь со мной. Всех люблю, целую. До новых встреч. Пока-пока.